Новый футбольный сезон во второй лиге стартует 16 июля. В этот день Новосибирск сыграет с «Металлургом» из Липецка на домашнем стадионе. Напомню, после реформы лига разделена на два дивизиона. Новосибирск выступает в дивизионе А, где собраны 4 клуба, которые вылетели из первой лиги, и 16 лучших клубов второй лиги по итогам прошлого сезона. Он, в свою очередь, разбит на золотую и серебряную группы. В осенней части сезона все клубы сыграют 2 круга в своих группах по матчу дома и на выезде. В итоге 4 лучших команды серебряной группы поменяются местами с 4 худшими командами золотой. Перед Новосибирском, который попал в серебряную группу, стоит задача попасть наверх и уже там весной бороться за выход в ФНЛ. А пока соперниками Новосибирска будут Челябинск и Амкар Пермь, хорошо знакомые по последним сезонам, а также московские «Родина-2» и «Чертаново», «Форте» из Таганрога, «Текстильщик» из Иваново, «Салют» из Белгорода, «Авангард» из Курска и уже упомянутый «Липецкий Металлург». Полный календарь уже есть на сайте клуба.